Воскресение Твое, Твое высокое.
освященным ученикам имя епископа Никомедийского и Климента епископа Анкирского, святые благоверные князей, старостов Керцию, Бориса в крещении Романа и Глеба в крещении Давида, святых и праведных, Бога, Отец, Иакима, Иоанна и всех святых, помилуй и спаси нас, ибо ты благо человека любишь. Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста. Если Бог будет благоволить нам, то хотя бы мы были на чужой стороне, хотя бы лишены были всего и никому не были известны, будем славнее всех. Нет блажения человека, с помощью своего Вышнюю рукою. Блаженный Иаков, пользуясь ее содействием, мало-помалу возвеличился до такой славы, что те самые, которые принимали его к себе, как странника, стали ему завидовать. Позаботимся же и мы о том, чтобы удостоиться помощи свыше, и не будем прибегать к человеческому могуществу, искать защиты у него. Ничто так мало ненадежно, как эта защита. Что довольно показывает нам опыты дел человеческих. Каждый день мы видим быстрые перемены, видим, как все превращается. И тот, кто недавно был наверху благоденствия, внезапно ниспадает в крайнее бедствие и часто терпит участь осужденных. Каким же безумием было бы искать покровительство людей, которые сами находятся в такой неизвестности о своей судьбе, и не могут располагать с уверенностью даже своими собственными делами. Поэтому устраним себя от всякого человеческого покровительства, вспомнив и слова пророка Иеремии: «Проклят человек, который надеется на человека». Видишь, что не только безрассуден такой человек, но проклят за то, что, оставив Господа всяческих, обратился к подобному себе рабу, который и сам для себя недовольно силен. Будем избегать этого проклятия, умоляю вас, и всю надежду возложим на Бога. Это надежда твердая, непоколебимая, не подвергающаяся изменению, как надежда на людей. Здесь или смерть пресекает покровительство, и прибегающих к нему оставляет нагими и лишенными всего. Или прежде смерти, происшедшая в обстоятельствах перемена, делает все безуспешным и стоит с другой стороны. Такими примерами наполнена вся настоящая жизнь. Поэтому и недостойны прощения люди, которые после стольких опытов все еще полагаются на человеческое покровительство. А часто и от своих мнимых покровителей терпят тысячи скорбей. До такой степени возросла злоба, что часто и за услуги платят не тем, чем следует. Только у Бога всяческих все вопреки этому. Он постоянно благотворит нам, даже когда мы бываем неблагодарными. Он не лишает своего покрова, несмотря на неблагодарность нашу, и всегда действует только по собственному человеколюбию, которого да будем достойны все мы, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже милостивый, великий и грешный, создал мне, Господи, помилуй, вещества, Господи, совершил, помилуй, прости.